Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Отвела я Ваню с Мариной в садик. Вчера у нас у Егора поднялась температура. Он сегодня все равно поехал в школу, хотя у него не было с утра температуры. Но я не выдержала, позвонила учителю и сказала все это, и они его обратно отправили домой. Вызываем врача, ждем. Пусть назначает. У меня уже, получается, второй ребенок заболевает. Не знаю, сейчас вот по мере температуры скажет, что у него. Мне надо еще белье разобрать. Так что ждем врача опять. Ладно. Ребята, вот смотрите, Света сидит на больничной, ей заняться нечем. Показать вам, что она сделала. Света, принеси картинку, которую ты нарисовала. Помните, нам присылали вот такой вот набор сделать. Мы думали, его с Оксаной будем делать. Ну, Света у нас просто сначала вот эту вот картинку рисовала. Она ее нарисовала. Вот честно, на картинке очень красиво получается. В реале получается вообще не то, что на картинке. Сейчас вам покажу. Вот то, что получилось. Посмотрите, какие смазанные кони. Там и непонятно то, что это кони. Ну вот Света ее дорисовала, она каждую мелкую деталь все это рисовала, но вот все, что получилось. Но в целом, работа ей понравилась, но она говорит, чуть-чуть было бы побольше, она тогда бы коней было бы лучше видно. А так вот, видите как. Ну, картинка очень хорошая. Мы хотим, у меня есть магнит, приклеить сюда магнит и на холодильник повесить. Будет очень классно. Дальше. Ей же дальше заняться-то нечем. Ну, Света решила взять вот эту, сделать птичку. Инструкция тут есть, все в наборе было. Она мне ничего не говорила. И сшила вот такую вот птичку. Вот такая вот птичка у нее получилась. Лапки только, она говорит, мама, с лапками некрасиво. Смотри, а с лапки не стала пришивать. А так, в целом, вот такая вот у нее птичка получилась. Вот что значит ребенку заняться дома нечем. Света, ты что, приклеивала? А, она приклеивается, сердечко даже приклеивается. Ну, в целом, вот такое вот. Спасибо большое. Ребенку было чем заняться. Мы сидим, врача ждем. Егорки вызвали врача. И ждем. Хотя тут написано 5+. Мы думали, с Оксаной будем делать, но в концовке Света начала делать. Ну, ладно, что теперь? Тут у нее, наверное, что-то еще осталось, не знаю. Ну, не видно ничего. Вот в целом, у Светы две готовые работы. Напишите, нравится вам или нет. Ребята, у нас уже день, мы все еще сидим, ждем врача. Время уже 14:20, а врача все еще нет. И я решила дорисовать Машину картинку. Помните, я заказывала Маше? Вот, посмотрите, совершенно две разные картинки. На превью одну, а в результате получается немного другое. Тут вот голубеньким я дорисовывала, остальное все Маша доделала. И вот еще одна. Маше не понравилась эта работа. Она сказала, поначалу мне вроде понравилось, красиво смотрелось, все, но потом ей не понравилось. Она говорит, мама, я хочу другую, чтобы на каникулы рисовать. И вот мы потом сядем с ней, выберем другую. Ну вот в целом вот такая вот у нас картинка, она на подрамнике. Мы ее тоже обязательно куда-нибудь сделаем, лаком покроем и повесим. Я пока рисовалась, я и зарисовалась. Ну вот я говорю, вот эти вот фон в основном я зарисовала, остальное все Машенька рисовала. Напишите, красиво ведь, правда? Дети молодцы. С Оксаной будем в каникулы заниматься ее новой единорожку рисовать, да, Оксана? Оксана уже пришла со школы. Да, большая. И вот, да, вот смотрите, Света, которую сделала, да, вот там, если было бы немного побольше формата, оно бы красиво получилось. Но вот из-за того, что маленький формат, видимо, из-за этого плохо видны и лошади, и все остальное, ну, мы рады. Красок очень много остается, вообще классно. Но вот эти краски, знаете, что мне не нравится? То, что они с ткани не стираются. Они на ткани остаются пятна. Поэтому вот так вот. Напишите, как вам Машенькина картинка. Мне, например, очень нравится. Маша постаралась, молодец. Ну, а я ей дорисовала, помогла. Чтобы побыстрее закончить, заказать ей новую картинку. Так, ребят, решила поотвечать на ваши вопросы, пока буду отмывать Машину палитру и кисточку.
многие спрашивают, почему, Настя, тебе невыгодно держать кур? Ну, потому что, ребят, я не вижу смысла. Мы вот, получается, покупаем комбикорма, на них очень-очень много. Но мне невыгодно их держать. Да, я понимаю, многие скажут, что выгодно. Нет, я не поверю, что выгодно, потому что вот сколько мы держим лет. Да, бройлеров выгодно держать, но только бройлеров, не больше. Остальных я не считаю, что выгодно держать. Бройлеров, да, бройлеров выгодно держать. А кур несушек невыгодно, они только едят, а мяса в них нету. Хоть ты сколько их держи, мяса в них особо-то и нету. В них в основном яйца, но я ради яиц держать только. Я их и держу в основном ради яиц, потому что у меня дети любят яйцо сырое пить. Им нравится вот свое домашнее яйцо. Поэтому ради этого только и держу. Дальше спрашивают, почему все еще не печем в духовке? Ребята, занесу сегодня тумбочку ближе к вечеру и установлю и занесу сама духовку. И будем стряпать. Многие писали, да поставьте просто духовку на стол, да и стряпай уже. Я боюсь, что от нагревания духовки клеенка попортится. Поэтому я хочу отдельную тумбу, чтобы она у меня уже стояла там. И постоянно я в любое время могла включить, когда желание есть, и постряпать. Буду ли я стряпать свой хлеб? Да, ребята, буду. Обязательно. А, да, многие спрашивают, куда у нас пропала Танечка Монтанечка. Я не знаю, ребят, мне не пишет она. Надо написать самой ей в соцсетях, куда она пропала. Ну вот, не знаю. Я отмываю палитру у Машеньки. Машенька рисовала, на которой надо отмыть ее нормально, чтобы потом они могли опять цвета там смешивать. Тут палитра очень хорошая, очень крепкая. Мы как-то покупали до этого палитру. Она была очень слабенькая, ну тоненькая. Мы самую дешевую, обычную брали. А эти вот хорошие, крепкие. И вот, который у Маши набор был, да, вот этот рисовала она кактус. Там, да, ребята, вот я сегодня порисовала этой кисточкой. Синий фон рисовала. Неудобно рисовать этой кисточкой. Она плохая. Так, маленьким детям можно давать рисовать, но не больше. Ну, не больше. Так что вот так вот. Сейчас заодно здесь вымою кружки. Раз уж мою, так заодно и кружки помою. Тут как раз целая куча кружек, что-то дети накидали. Сидим, ждем врача, когда врач придет у нас. Не знаю. Должен сегодня, мы вызвали Егору врача. Должен прийти врач. И вот сидим, теперь ждем, когда же он придет у нас. И извините, если вот такой вот формат будет видео, но делами буду заниматься и отвечать на некоторые ваши вопросы. И вот сегодня, знаете, сидела, я люблю смотреть на «Где-то семьи», особенно тем, где на часы набрать или подписчиков. Я помогаю, ну я не пишу комментарии, но делаю просмотры. Смотрю я канал Алены. Я знаю, она меня поймет. И сегодня она выпустила видео, где она говорила, она не говорила по Мирине, но я поняла, что она про меня, знаете, как нож в спину. Начала говорить всякое такое. Вот после такого даже, знаете, и помогать не очень охота. Но все равно буду смотреть, чтобы у нее просмотры были. Пусть, пожалуйста, у каждого свое. Если она хочет таким образом набрать себе подписчиков, пускай набирает. Ну вот, честно, обидно стало. Я ей помогаю набирать подписчиков. Я ей ссылки иногда под видео оставляла. А, ну мне нож в спину. Да, пожалуйста.
пусть у каждого свое. А, да, спрашивали, купила ли я Маше курточку. Нет, не стали покупать. Мы достали прошлогоднюю куртку. Мы думали, что она ей маленькая будет. Но, слушайте, мы померили, она ей даже еще как раз. И пока не стали. Мы решили, пока сильных морозов нет, поищем ту, которую она хочет, а пока ходит в это. Она сегодня со школы придет, я вам покажу, какая куртка. Куртка хорошая, она в том году мы ей брали. И вот покажу. А так у меня у всех уже есть курточки. И многие спрашивают: Настя, когда ты себе время уделишь, сходишь в парикмахерскую или что-то еще, брови сделаешь, обязательно, ребят, как-нибудь себе денек уделю. Схожу, сделаю брови, постригусь. Может, покрашусь. Напишите, надо ли мне вернуться в белый цвет волос или нет. Потому что мне вот не нравится этот цвет, но вот не мое. Понимаете, вот не мое. Не то, что я хотела. Получился у меня цвет. Да, многие писали: Настя, ты неправильно, наверное, покрасилась, поэтому у тебя цвет такой получился. Надо было краситься у специалистов в парикмахерской. Ну, извините, у меня не так много возможностей. Вы сами понимаете, что парикмахеры много возьмут денег за то, что тебя покрасят они сами до своей краски профессиональной. Поэтому вот как-то так. Такое видео болталка небольшая выйдет. Да? Вообще напишите, интересны ли вам такие видео, вот когда я что-то делаю и с вами разговариваю. Так, эта кружка такая замачивается, потому что это они тут мне натворили. И меня просили померить браслет. Сейчас я схожу, померю и вам покажу. Ну, это в следующем, наверное, видео выйдет. Такое примерка браслета. И сегодня вот будем вместе с вами пробовать вот этим вот пятновыводителем отстирывать пятнышко. Если кто знает, ну, подскажите, чем еще можно отстирать вот эту вот краску, которую Марина пятно заморала. Она сегодня хотела это платье в садик одеть. Я говорю: Марина, видишь, что пятнышко не отстиралось. Так, а надо еще это отстирывать чем-то. Если кто знает, я вас очень прошу, напишите, пожалуйста, чем еще можно попробовать отстирать. Потому что я смотрела на Василике, такого платьишка там уже нет, и ребенок расстроен. Тебе что, опять холодно? Нет, по-моему, на холодно. Просто поносите меня, у меня в комнате холодно. Ой, ему то холодно, то жарко, то холодно. Он то разденется, то оденется, то разденется, то оденется. Как Ванька, встань-ка ты ходишь, то в кофте, то без кофты. Я все время начал не ходить. А, ты уже стал просто в кофте ходить, все понятно. Ладно, дорогие друзья, сегодня, да, купила Тайсону костный остаток, у нас закончится. У него лапки, я в магазине лапок тоже что-то я не заметила, взяла, поэтому костный остаток. Один сразу ему отдала и один на вечер. Оставила, кашу буду варить ему. Сварю кашу Тайсону. Пирожки еще со вчерашнего дня остались. Дети плохо что-то сейчас едят, болеют еще все. И вот думаю, сегодня кефир куплю, наверное, еще оладушек пожарить. И сгущенку куплю. Что-то сгущенку с оладушками. Сегодня у меня Машенька, по-моему, просила. Мама говорит: так хочу сгущу. А, оладушки. Она говорит: мама, пожарь оладушки. Я говорю: а что, ты хочешь оладушки? Она говорит: да. Хочу, говорит, оладушки со сгущенкой. И вот сегодня поэтому куплю оладушки со сгущенкой, и мы пожарим, наверное, с вами. Как вы думаете, насчет этого пишите в комментарии. Ладно, пошла дальше делом заниматься.